В углу Майка Тайсона тренер Томми Брукс. Майк сменил уже множество тренеров, но лучший из них судится сейчас с Майком Тайсоном. Майк нарушил контракт, и Кевин требует с него $1 миллион. Руни когда-то сделал Майка тем, кем он стал. Высоченный Галота пропускает Тайсона в среднюю дистанцию. Глупее поведение не придумаешь. При его-то росте, мощных руках, оперировать левым крюком навстречу – это глупость. Длинный джеб – вот все, что нужно Галоте первые два раунда. Удержать Тайсона на дистанции. Галота пытается встретить апперкотом правой снизу Тайсона. Пока все правильно. Но самое главное не задерживаться на этой дистанции, куда рвется Тайсон. Еще ни одному тяжеловесу не удавалось вести бой на этой дистанции на равных с Тайсоном. Тайсон пропускает джеб раз за разом. Казалось бы, вот что от Галоты требуется. Простая, точная работа с дистанции. Тайсон просто беспомощным иногда выглядит. С Галотой случается такие вещи. Иногда он успокаивается, когда чувствует, что все идет вроде бы по плану. Может зевнуть, пропустить. Все знали этот грешок за ним. Ну так, ребята, никакой борьбы. Да, Тайсон уже не тот Тайсон, что был прежде, но удар у него все тот же самый. Ну, вот вам подтверждение. Казалось бы, ну чтобы Галоте держаться на полшага дальше от противника. Он ведь это умеет. Нет, пропустил эту атаку. Давай, вдохни поглубже. Ничего страшного. Небольшое рассечение. Просто маленькое рассечение. И тут Галота говорит: останови бой. Он говорит своему тренеру, своему секунданту: останови бой. И мы слышим, как тот возмущенно кричит на него: даже не смей думать об этом. Вот это в стиле Майка. Подсед, толчок ногой, и все эти 100 килограммов обрушиваются на подбородок Галоты. Когда мы говорим, что Тайсон не тот, что прежде, это прежде всего касается его умения подходить к противнику. Раньше Тайсон делал это без проблем. Его защита туловищем на короткой амплитуде ставила в тупик противников, потому что, вот казалось бы,
кулак уже ложится на цель. А Тайсона тут нет. Он уже под локтем. Он уже внутри защиты. И все, пиши пропал. Сейчас Тайсон идет, просто грубо наваливаясь на противника, пытаясь его сломать, подавить за счет превосходства в ударной мощи. А Галота, вместо того, чтобы оттянуться, затевает драку. Он скован, действует неумело, немножко истерично, судорожно. Ни к чему хорошему это не приведет. Фрэнку Гарцу приходится силой разнимать противника. Тайсон начинает уставать. Галота этого не чувствует. Он уже сломлен. Это видно по его пассивности. Он не боксирует, он просто отбивается. Хотя у него есть все шансы выиграть этот бой. Все шансы. Нужно только перетерпеть. Видите, Галота даже не берет инициативу в свои руки. Хотя, может, Тайсон вот сейчас начнет делать паузы в своих атаках. Умный боксер немедленно этим воспользуется. Галота ждет. Ждет неприятностей. Вот так заканчивается второй и последний раунд в этом бою. Следите за развитием событий, как все это будет. Пока в углу Майка Тайсона обсуждают тактику следующих раундов, зашагивая вправо, помнишь то, что мы отрабатывали сейчас в раздевалке? Делай это, не стой перед ним. Зашагни вправо, и он в твоих руках. И в этот момент Галота отказывается от боя. Он сломался. Он опять подвел свою публику. Он подвел всех. Силой пытается секундант вытолкнуть его в ринг после гонга. Галота отказывается. Самое позорное, что может случиться с боксером, это отказ от боя. Причем, что самое интересное, отказ абсолютно не мотивированный. Ничего еще не решено. У Галоты есть шансы. Похоже, что и Майк ошарашен таким исходом. Публика в бешенстве, она разочарована. А Галота уходит с ринга, не дожидаясь ни вердикта. И тут в него начинает лететь все. Пакеты с чипсами, пластиковые бутылки с водой, банки с кетчупом. Потом целые тонны всяческих продуктов выгребли с этой арены. Понадобилось человек 100 со швабрами, чтобы все это собрать.
Майку объясняет. Он отказался. Тайсон не может понять, что происходит. Галота уходит с ринга, и многим казалось тогда навсегда. Кому нужен тяжеловес, который отказывается от боя раз за разом? Это был не первый случай, я уже вам говорил. Но учитывая обстановку, теперешнюю обстановку на профессиональном ринге в супертяжелом дивизионе, Галота сейчас желанный гость. Раздраженный, разочарованный Тайсон уходит с ринга сам, не дожидаясь объявления результата боя. Все очень опасались погрома после этого боя. Видите, опустили кресло комментаторов, журналистов. А ведь этот бой так раскручивался, его так долго ждали. Атлетическая комиссия штата Мичиган, телевидение, да и публика, все были в предвкушении. Это было редкое событие в тех краях. И вот вам результат. Галота отказался от продолжения боя. И Фрэнк Гарса, рефери, остановил бой. Майк Тайсон выигрывает техническим нокаутом этот бой. Ну, реакцию вы слышите. Возмутительный финал бездарного боя. Такие были заголовки. Я на этом прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго. До новых встреч.